Один мужчина, решив, что его отец уже слишком старый и является обузой, отвез и сдал его в дом престарелых. Когда он вернулся домой, его маленький сын спросил у него: «Папа, а скажи мне, где находится дом престарелых?» «Ты хочешь навещать дедушку, сынок?» «Нет, я хочу знать, куда мне отвезти тебя, когда ты станешь стареньким», — ответил малыш. Когда отец услышал это, у него на глазах навернулись слезы. Он сильно задумался, потом быстро взял своего сына, поехал и сдал его нахер в детский дом.